2005 года. Это были простые девчонки из самых простых школ. Но как только они взяли гитары и начали вместе играть, произошло невероятное количество случайностей, которые привели к очень интересным результатам. И, наверное, они собрались не случайно. Алина Петрова, Елена Гальперина, Лера Козлова и Женя Огурцова. Простые девчонки, они не знакомы, для них все это ново. И первое слово сказал он. Дурак Козлова, продюсер Мельник Мельниченко. Как только люди его не называют. За ним было слово, за ним было дело. И он решил сделать то, что никто еще не делал. Не было денег, была лишь мечта. И она стала главной валютой тогда. На нее мы купили надежду и веру, что может побить безразличие стену. Но он и стоял, и хотел перемен. И искал гитаристку одну, но взамен нашел нас двоих. Перед ним стал выбор, я или Аня. К сожалению, мы все это тоже знали и понимали, что тому, кто сильнее, тому шанс достается. Но другой ни с чем остается. Прошло 2 недели, и нам объявили, что нас все-таки двоих оставить решили. И время помчалось невидимой силой. Тут слабые звенья от нас отделились. Уходит Гальперина, за ней Петрова. На смену последней приходит Лена Третьякова. Сложился весь пазл, расставлены метки. С этой минуты мы стали ранетки. Но все за спиной говорили одно. Что за отстой, что за дерьмо? Может от зависти, а может назло. Все говорили, ранетки говно. А тебе все мысли о тебе. Почти всегда вместе, почти всегда рядом. И вроде бы больше ничего нам не надо. Мы много играем, мы пишем песни. Мы просто ранетки, мы вместе. И после единственного телеэфира контракт с рекорд-лейблом тогда получили. Себя мы считали счастливее всех в мире. Но первая пресса, и мы мишень в тире. И вот нереальное стало реальным. Зашли наши песни, и мы в сериале. Для нас стало нормой прямые эфиры. И желтая пресса нас тоже любила. Чем больше поклонников мы получали, тем меньше друзей на пути мы встречали. Мы были простыми не так уж давно, но все повторяли, ранетки — говно. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, и ты тоже не ангел. И вот первый трабл. Уходит Лера, но быстро нашли мы Лере замену. Ей стала Аня, впоследствии Нюта. Единственный шанс, а шанс ниоткуда. Поехали в туры, гастроли, концерты. Посыпались деньги, и мы незаметно меняться все стали. Мы не понимали, что деньги и слава — это все испытания. У некоторых стала корона расти, и этот период надо было пройти. Пройти помогая, чтобы все сохранить. Найти в себе силы, чтобы снова любить. Любить свое дело, верить, мечтать. Но деньги сильнее, что тут сказать? Кто-то сломался и предъявил, кто-то себя больше всех полюбил. Мы облажались, запахло дерьмом, и часть согласилась, ранетки говно. Ранетки говно, ранетки говно, ранетки говно, ранетки говно. В ноябре 2017 года группа начала воссоединение. Стали записывать новые песни и приступили к концертной деятельности. Первый концерт после долгого перерыва будет в Самаре 19 апреля 2018 года. Мы ранетки!